маску нашего косолапого. И, ой, поглядите, який он сонный. И он еще не поспел навод прочнуться. И как наш Мишка прочнулся худший, треба с ним сделать гимнастику, я так пропоную. Да, Мишка, будем робить гимнастику? Да, да. Зараз, детки, крышечку удали от Мишки, будем с ним танцевать. Мишка будет показывать вам рухи розные, а вы будете за ним повторять. Добро? Добро? И все, можно и дорослым, и деткам. Будем с вами с Мишкой робить гимнастику. Так он уже прочнулся окончательно и пошел у свой лес. И сустракал весну. Ну что, начинаем? Глядите на Мишку, за ним все полтораем. Поехали!